Доброго всем времени суток, кто заглянул на наш канал. Сегодня мы откроем страшную тайну, еще одну тайну. Вот такой у нас огород. Мы уже частично, конечно, его убрали от стройматериалов, но у нас еще вот такая куча осталась огромная. Вот, вот наш домик. В общем, у нас не ремонт, у нас стройка получается. Ванна, папа припас нашу старую, он ее здесь установит под воду для полива. Мы с Васей вышли уже копать. Мама, с непривычки-то. В общем, почти грядку докопали. Подожди, Васюш. Думаю, передохну и поснимаю немножко. Мама, что, Васюш? Ну, достань червяка, достань. Миша кричит: мам, ты хоть Василису покажи, как она в огороде у нас. Вон как у нас. О, такой Змей Горыныч. Сейчас Василиса его укрощает. Покажу вам. Да. Сейчас, в общем, вот такие вот. Будем это все обихаживать в этом году уже. В прошлом году у меня и здесь тоже все было завалено. Опа. Раньше у нас вот здесь картофельник был. А вот здесь когда вот такой. Ой, ой, какой большой. А куда ползешь? Угу. Ладно, ну вот когда мы начали строить, тут у нас лежали. Вот это колбаска. Лес, или масло, доски, как сосиска. Там правильно сказать. Вообще все что. Вот и сосиска. Ай! На пол, на перекрытие. В общем, все было в стройматериалах. И железо нужно было запасти. А земли у нас не очень много. У нас почти 6 соток, но вместе с домом. В общем, вот. Тут сзади меня еще у нас теплица. Такая старенькая. Муж ее немножечко под... Наверное, новая будет. Наверное, да. Не будет у нас новой теплицы. Сорняк. Вот такие сорняки. Вот, да, я копаю, Вася сорняки вон туда оттаскивает в сторону. Ну, вот, как-то так. Сорняк.